Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы проедем с вами по речкам и посмотрим, как они себя ведут после страшнейших ливней. Ну а начинаем это вот в январе месяце. Я начинал снимать Чернореченское водохранилище именно с этого видео и сбросной канал в селе Озерное. Вот так он выглядит. Ну а дальше по Байдарской долине я поехал в село Родниковое посмотреть, каков уровень воды в реке Черная, которая впадает в Чернореченское водохранилище. Кто-то написал, что это не Черная, а река Узунжа. Вот от этого моста вверх 300 метров, и там слияние двух рек, реки Черная и реки Узунжа. Так что вот здесь уже течет река Черная. Гидропост. Проходим мы с вами, вот зайдем на серединку, сначала посмотрим. Обратим внимание сразу, что вода уже практически прозрачная идет, значит, уже вот эти вот страшные размывы, которые были до того, прекратились, и вода потихонечку входит в свое русло, ее становится все меньше и меньше, уровень воды вот на гидропосту явно упал, и ширина реки явно сузилась, прям вот видно невооруженным глазом. Но все равно, хочу я вам сказать, очень мощный, еще и сильный поток идет и пополняет Чернореченское водохранилище. Сейчас посмотрим мы на гидропосту, на линейку, вот внизу, какова отметка уровня воды. И что мы видим с вами? Вот максимально это 19, а видим мы с вами приблизительно около 3. Ну, где-то между 3 и 3,5, где-то между 3 и 4 уровень воды. Тоже приличный уровень. Я помню, когда мы снимали еще по зиме с вами, то уровень был и 1, и 2, но водичка была. Теперь мы с вами перемещаемся в Хмельницкое. Здесь Черная, река Черная уже течет за Чернореченским водохранилищем, непосредственно на третий гидроузел штурмовой, где и производится забор воды для потребительских нужд. Проходит очистка. В предыдущем ролике я вам показал, как увеличили отбор воды с Чернореченского водохранилища для нужд Севастополя, так как не работает Бельбекский водозабор, его обесточили из-за подтопления подстанции в Верхнесадовом. Ну, карьер Кадыковский я вам показывал, тоже уже давно не работает. И вот сейчас воды много, идет полностью отбор из Чернореченского водохранилища. И вот он самотеком под плотиной проходит, в теле плотины проходит тоннель, кольца которого, остатки колец остались, и мы по ним наблюдали уровень воды. И вот увеличился приток воды. Предыдущий ролик можно посмотреть. Ну и здесь можно глянуть, какой уровень воды. Это Хмельницкая, явно увеличился отбор воды для Севастополя. И водичка здесь хорошая, прозрачная. И обратили внимание, какая тишина стоит. Прям просто вот вода шумит потихонечку, и никаких вот таких завихрений. Это здесь вот русло реки почищено, в порядке. Вот обратите внимание, никакие палки не плавают. Ну вот чистенько, так как именно вот непосредственно здесь самотеком идет подача на гидроузел. А это вот еду я Хмельницкая, потом Черноречье и в сторону Терновки. Еду по этой дороге, красивейшие места, с обеих сторон горы, такой каньон. И здесь вот затесался ресторанчик или кафе, как правильно, ну ресторан скорее всего, в такой уютной обстановочке. Меня вот этот прудик заинтересовал. Утки плавают там, орут во всем, там вдалеке, видите, домики. Можно, я так понял, арендовать там и заночевать можно. Просто красивые, великолепные места. Поэтому не удержался, остановился. Думаю, немножко поснимаю и покажу вам. И начался легкий такой дождичек моросить. Вот обратите внимание на воду. Вообще вот эта дорога, по которой я сейчас еду, видео очень красивое, красивые места. Это вот как ехать на Севастополя на Ялту, поворот налево на
Хмельницке на Черноречье и едешь по этой дороге до Терновки. Там дальше уже Красный Маяк и выходишь на дорогу в сторону Счастливого, в сторону Соколиного. Можно вот по этой дороге ехать. Очень здесь Бахчисарайский район, красивый, красивейшие даже места. И вот я ехал отследить реку Черную и речку Бельбек, две самых мощных, но оказалось, что Бельбек не самый мощный на данный момент был, а почему, вы узнаете чуть позже. Пока вот смотрим часы, кстати, не работают, вот просто там без 10-12, но время было совсем другое. Вот он, Красный Маяк здесь. Тоже посмотрите, какие красивые места, вдалеке города, достопримечательности. И здесь протекает река Бельбек. Вот мы ее наблюдаем с вами. Она, конечно, еще очень беспокойная. Видите, вода какая идет. Здесь можно даже отследить, какой ширины было русло реки. Вот заваленные деревья, нагнутые трава, прибитая к земле. Вот видно сразу, как шел поток, и вот это он все прижал к земле. Вот даже здесь все было. Коряги, ветки, где есть естественная преграда, они останавливались и создавали такие плотины, тем самым увеличивая уровень подъема воды. А рядышком здесь такая вот эко-деревня находится. Ну, счетами не пошел туда посмотреть, но по аналогии, как вот на Тамане такая есть, Атамань. Ну и, наконец-то, я приехал вот в Куйбышево. Это дорога уже на Соколиное. Вот здесь был самый большой ущерб, самая большая трагедия. Здесь погибла женщина, учительница. Как и говорили соседи, выскочила на улицу кур спасать. И вот ее смыло мощнейшим потоком. И 2 километра вот несло вниз по течению. Можно представить себе, видите, вот этот мост, он тоже был полностью затоплен. Сейчас здесь МЧСники еще почистили, а так вот в этом районе дома, конечно, были полностью затоплены. Порядка 50 домохозяйств пострадало, может быть, уже на данный момент и больше. Ну, я уже был, когда вот уровень воды упал, это здесь сочетаются две реки, река Бельбек и река Кокоска. Они впадают, слияние их происходит в районе Аромата, а Кокоска – это левый приток Бельбека. И вот посмотрите, вот ходят там внизу МЧСники, очень много служб здесь всяких дежурят. Вот такие вот завалы, вытащили уже деревья, это вот уже поработали ребята, немножко русло реки подчистили. А так здесь вообще было, много видео в интернете есть, так здесь вообще был тихий ужас. Вот что значит сила природы, сила воды. Ну а мы будем двигаться с вами дальше в сторону Счастливого. Кстати, вот в Красном Маяке на дороге покупал персики и слышал разговор людей, местные, видимо, говорили, что типа на Счастливинском водохранилище открыли шлюзы, и это способствовало вот такому наводнению. Ну, чушь, конечно, полная. Это сколько же надо выпустить Счастливинской воды, таких водохранилищ, как Счастливинское, чтобы такие мощные ущербы, мощные потоки были. А всему виной, на мой взгляд, вот река Кокоска, где мы находимся с вами, это на выезде из села Аромат, река Кокоска. Вот она, всего лишь небольшая, около 18 километров в длину, выходит из большого каньона. Вот, мне кажется, она больше, чем Бельбек, причинила вот этот ущерб, вернее, не причинила, а дала воды. Я вот сейчас заглянем, там просто был тихий ужас. Сейчас, конечно, уровень упал, но посмотрите, это Кокоска. Бельбек в Счастливом я снимал, он в 2 раза уже. Так что, может быть, какие-то там мероприятия по сбросу небольшой воды из Загорского водохранилища, что я вам показывал. Кстати, там довольно-таки нормально сбрасывают воду в реку Кача из Загорского водохранилища. И из Счастливинского я вот летал там, где-то над плотиной. Ну и в принципе там особо ничего не заметил, чтобы там какой-то сброс был. Может быть и был в каких-то небольших порциях, но он никак не мог повлиять на такой ущерб. А
слухи упорно ходят вот у местного населения, что это со Счастливинского водохранилища сделали сброс и вот таким трагедиям привело. Это вот посмотрите, как смотрит. Это не так, дорогие друзья, не может контролируемый сброс воды привести к таким трагедиям. Вот она, еще раз с другой стороны, река Кокоска. Посмотрите, уже прошло после ливней 3-4-5 дней, вот точно уже не помню, а здесь еще бушуют вот такие потоки. И вниз по течению, это левый приток реки Бельбек. Они объединяются с Бельбеком, и уже вся мощь обрушивается вот туда дальше, ниже, и обрушилась на Куйбышево. Обратите внимание, домик смыло. Я вот все думал, ходил, как он туда попал. Видно, здесь тоже, вот если посмотреть на русло реки, и вот слева, справа, прижатые к земле ветки, здесь шел мощный поток воды вместе с палками, камнями, селевой поток. Ну, а это у нас Верхнесадовая, не мог я не показать эти кадры, я уже с дрона их показывал. Только я подъехал, еще вообще никого не было, никаких служб, и решил проехать к мосту. Достаточно много проехал, но вижу, что уже надо, очень мощно пошла вода, переток через дорогу Верхнесадовой, вот с правой стороны туда вниз, Бельбекский водозабор, и я уже начал давать задний ход, вот уже начали люди подъезжать. Это у меня видео есть с коптера здесь. Хорошо, машина, двигатель не хапнул воду, а так бы была бы, конечно, беда для меня и моей машины. Но вот, слава богу, задом потихоньку выехал обратно с этой дороги. И вот затем уже начали местные жители подъезжать, кому нужно было, на станцию железнодорожную и туда вот дальше в село. Вот как затопило это Бельбек дорогу. Да и все какие-то улицы, какие-то строения по ходу движения Бельбека к Черному морю затопило. Это вот село Дальнее. Здесь строят очистные сооружения для села. Долина такая, стражи Бельбека, дубы, два дуба 500-летние здесь стоят, затопленные пойма, вот затопленная долина реки Бельбек, Бельбекский водозабор у нас будет справа, вот здесь на картинке, это уже за ним идет такой мощный поток. Идет он в Любимовку, размытые пляжи. Все вот это я снимал с коптера, показывал, а это вот более подробно, так вот более детально камеры. Посмотрите, какой мощный поток идет, ну можно даже назвать селевой. Отлетал я на дроне, есть тоже видео, на дроне в море и думал, какое же будет пятно коричневого цвета вот при выходе Бельбека в море. Отлетел уже почти на километр, а оно все не кончалось, так что достаточно большой такой вот желто-коричневое пятно вышло в море. Ну, я думаю, море все это переварит, переработает, и в скором времени уже можно будет купаться. Ну, а пока что имеем, то имеем. Пляж в районе Любимовки. Вот выглядит на данный момент вот так. Ну, не то, что он разрушен полностью, частично размыт. Хотя вот смысл. Температура высокая, жарко, а купаться нельзя. Ну, кто здравомыслящий человек, конечно же, в такую воду не полезет. Ну, вот так мы сегодня проехали с вами по рекам. Посмотрите, какой мощный поток идет. Выяснили с вами, что и где происходит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам хорошего и до новых встреч!